Да, действительно, для тех, кто большую часть своей жизни проводит сидя, ну, неважно где, в самолете или просто в кресле, или, как Игорь, на диване, перед телевизором, у нас специальный комплекс упражнений. У нас сюрприз, потому что разработал этот комплекс упражнений певец, очаровательный мужчина Сергей Лазарев. Это правда? Да, да, да. Я буквально вернулся 3 дня назад. Как там погодка? Погода замечательная. Иногда дождь идет, но тут же сменяется солнцем, поэтому переменная облачность. Я летал туда снимать новый клип свой, и поэтому, в принципе, рабочая поездка. Мы увидим скоро новый клип. Да. Так же как... Готов. Так же, как мы увидели тебя уже в роли актера театрального. По образованию я актер. Как вообще созрела идея придумать вот этот комплекс расслабляющих упражнений? На самом деле, не то чтобы прям комплекс упражнений, и не то чтобы я первый это придумал, разработал, тем более, нет. Потому что это известное упражнение, просто это то, что делаю я в самолете, потому что у артистов тоже часто... Да, у тебя в форме. Спасибо. Проходит жизнь практически в самолете, можно сказать, мы там живем. Да. Также, поэтому... Ну, давайте. От долгих перелетов придумываются разные какие-то упражнения. Так, давайте. Ну, прежде всего нужно сесть. Ремни прямо. Отстегнуть? Ремни, да, отстегнуть. Окей, хорошо, конечно, так. Да, при взлете и посадке это не делаем. Не делаем. При долгом перелете, значит, мы выпрямляем спину, расслабляем плечи, опускаем плечи вниз. И в замок руки собираем и наверх. Тянем вверх и расслабляем спину, растягиваем мышцы спины. После этого наклоны вправо. Это хороший способ познакомиться с соседями. Я тут хотела сказать, да. И соседи, надо сказать, ребят, присоединяйтесь. Нет, просто, если кто-то на вас будет смотреть, так. Как-то просто, завидуют. Просто они завидуют то, что им не позволяет, наверное, какая-то скромность или что-то такое. Так. После этого руки на затылок этим замочком и наклоняем вниз. Также ослабляем шейные позвонки, потому что... Растягиваем это все, высвобождаем энергию. Потому что шея – это очень важно, это продолжение позвоночника. И вообще с шеей очень надо быть аккуратным, потому что никаких резких движений при упражнениях ничего не должно происходить. Вправо то же самое делаем и налево. Это... Это упражнение не с детства, со школьной зарядки, скажем так. Ты знаешь, я очень приветствую здоровый образ жизни, которому ты тоже подвержен. Я тебя поздравляю с этим. Мы посмотрим сюжет о том, как в Голливуде расслабляются звезды. It seems that the world has stopped turning and everything's okay, feels alright. It's okay, it's alright.